Не мысли жизни без интернета? Мегабайты и гигабайты для тебя не просто термин, а жизненная необходимость? Даже в кафе, кинотеатре и на вечеринке в кругу друзей ты не выпускаешь из рук смартфон? Ты не один. Сегодня на каждые 100 жителей Азербайджана приходится 70 пользователей интернета. А половина из них находится онлайн 24 часа в сутки. Согласно статистике, 42% из них – молодежь до 24 лет. А 28% всех пользователей – люди с высшим образованием. 60% пользователей утверждают, что изменили свое мнение, по крайней мере, об одном товаре под влиянием рекламы в интернет. Причем миллионы людей могут оценить ту или иную рекламную акцию в течение суток. На наш вопрос, что вы делаете в интернете, люди на улице отвечали. Слушаю музыку и качаю клипы. Общаюсь с родственниками, живущими за границей. Читаю, изучаю языки, смотрю кино. В основном шопинг. Нахожу новые рецепты. Слежу за новостями из жизни звезд. Так что вы делаете в интернете? Живем! С интернетом сегодня мы успеваем больше. Ведь зачем звонить, если можно написать? Зачем тратить время в поисках вещей, когда она точно есть в сети и вас с ней разделяет всего один клик? Зачем ходить в кино, ведь все киноновинки есть у тебя в компьютере? Зачем посещать концерты, если вся музыка мира есть в твоем смартфоне? А ты знал, что каждый третий житель планеты хоть раз покупал что-либо в интернете? Согласно прогнозам, в 2015 году пользователи потратят в интернете 1,5 триллиона долларов. А теперь слушай наш совет. Отключи интернет. Возьми подругу и сходи в магазин. Купи музыкальный диск. Сходи в кино или в театр. Пригласи, наконец, друзей. Обними маму. Станцуй румбу. Получи удовольствие от общения вживую.